Театр и за такую вот интересную встречу и вас, и нас. Я попытаюсь вкратце объяснить, что это за встреча. А вам огромное спасибо, то, что вы пришли на вечер поэзии. По-моему, это нужно быть психом, чтобы прийти в наше время на вечер поэзии, честно.
встреча у нас оказалась весьма интересной и странной. Вот здесь у нас поэты Казахстана, они вот с этой стороны сидят, а здесь у нас поэты и с Узбекистана, и актеры с Узбекистана, актрисы из Намангана или какой-то, ну, не, на самом деле, я наши шучу. То, что вы сегодня увидите, это не совсем вечер поэзии. Это некий такой эскиз к совместному проекту, который мы планируем дальше развивать. С нами еще должны были быть киргизы, но поэты — это такое племя, когда киргизы сказали: «Ух ты, а можно мы с вами?» Они такие: «А что, у нас и так у всех по два стихотворения, но куда там еще и киргизы встанешь?» У кого-то даже три. А? У кого-то даже три. У кого-то даже три. А кого-то вообще просто. Ну, в общем-то, все сказано, и очень важный момент из того, что вы увидите. Мы встретились с казахскими, мы сами из Узбекистана, и вот встретились с казахскими поэтами буквально, как бы у нас вчера был очень короткая встреча, минут на 15, наверное, прям до выхода на сцену. Там прям ажиотаж такой: что делать? И потому, собственно, мы решили и оставить эту тему, и особо не сговариваться. То есть мы знаем примерную последовательность, а что будет происходить, мы до конца не знаем. Мы еще и подставляем друг друга таким образом немного. Потому что, поэтому то, что вы сегодня увидите, будет процентов на 80 импровизацией. Поэтому, Кристина, перенесли. Одну секунду. У меня чисто техническая просьба ко всем вам. Мы, поскольку уже третий день показываем какие-то спектакли, у меня очень сильная просьба именно выключить свои сотовые телефоны, потому что ваши казахские мобильные операторы перебивают наши узбекские радиостанции, которые ловят их микрофоны. Просто иначе вам самим будет скучно слушать какие-либо стихотворения. Слушать исполнителей без микрофонов, потому что они могут среагировать. Да. Они просто перекрывают сигнал, и вот получается такая вот плажа. Спасибо большое. Спасибо. И как в любом поэтическом вечере, нужно такое сказать, как раз на Ташкент и Алмата, нужно такое, казалось бы, батл. Мы реально, мы даже еще толком не познакомились, как бы даже толком и не пили. Поэтому мы уступаем. Ну вот, кстати, насчет «не познакомились», чтобы совсем уж не пили, это, наверное, будет неправда. Но вчера мы начали играть в города, и мне кажется, что сегодня это будет тоже правильно, потому что здесь у нас как минимум три города представлены. Это Ташкент, Алматы и Караганда. Но заканчивать Карагандой плохо. Все, кто закончил в Караганде, закончили плохо, так или иначе. Поэтому с нее лучше начать и двинуться на юга. «Белый ветер». Я вернулся в твой город железных колес, белых ветров, мороженых слез, тайных грез, растущих в горах вдалеке, о текущей сквозь город реке. Но ее прорезает стальная струна, проводящего жизнь полотна, что, сшивая на карте Алжир и Карлак, разделяет твой архипелаг. Проезжает в плацкарте большая страна, для нее ты лишь вид из окна. Шевеля кандалами составов, плывет в каждый новый назначенный год твоя память, как белый такыр, холодна и уже никому не нужна. Надрывая мотор, выбиваясь из сил, к островам твоим ходят такси. У домов вдоль холодной железной реки, там, где вырваны с мясом звонки, у тебя не осталось моих адресов. У меня номера мертвецов. Мои мертвые рядом с твоими лежат и от белого ветра дрожат. Я говорю, вчера этого не было. Тогда я сделаю то, что тоже вчера не было. У нас есть, точнее, с нами нет поэта Николая Ильина. Нет, с ним все нормально, все хорошо. Николай Ильин, это ташкентский автор. Ташкент привыкает к молчанию. Нетрудно ему привыкать. Он каменным был изначально, а камни умеют молчать. И старые улицы лица в грядущие грустно глядят, им снится былая столица.
И с прошлым они говорят, им так неуютно в сверкании холодных и ярких витрин, но множится новое издание с пустым содержанием внутри. Ташкент привыкает к чужому, к чужим голосам и глазам и режет его по-живому, и бьют по живым адресам. Я сплю с приправами. Вчера моей фавориткой была зира, нежно отделенная от кориандра, когда я в неправильных пропорциях смешал ингредиенты. Или просто запаха отдельно растолоченного кумина захотелось. Говорят, это может оказаться полезным. Дополнительным пунктом в резюме, свидетельствующим об усидчивости перебирания трав. Но только не осенью, когда как можно скорее хочется выбежать на улицу и расцеловать первую встреченную тобой торговку с разносолами. Пробегая мимо кошачьего лотка, я всегда вспоминаю об этом. И еще думаю о травах на кухне, о тех божественных запахах, которыми встретит меня вертикально открывающаяся полка. Но скорее наводит меня на подобные мысли рухнувшая гладильная доска, раньше прикрывавшая лоток. Сегодня я сделаю своей фавориткой приправу для плова, купленную мною торговцем приправами, которому едва не плюнул в лицо за то, чтобы собственноручно собираемой мной смеси не доставало одного важного элемента – барбариса, а в его наличествовало. Когда-нибудь я обязательно устроюсь на работу продавцом приправ и пунктом резюме сделаю обязательное. Своим 40 он наконец-то научился отличать корицу от кассии. Леш, я не знаю, как казахский плов, у нас вот, вот такая же движуха, мы недавно перечисляли. Пытались... Я решил, что ташкентский плов консервы, это было совсем. А у нас, знаешь, у нас очень мало блюд, где нету сыры, понял? У нас даже тема со сырой просто. Да? Чего есть? Маленько. Город. Город на дне долины, как в голубом легане. Видишь, все дело в глине. Что у нас под ногами? Вросшее в сердцевину прошлое неотделимо. Будущее не пугает. Центр из сплюснутых зданий с низкими куполами. Словно дворцы хрустальные, вставшие на карачки. Но хриплый бетон окраин тянется вверх стволами. Корни уходят в глину. В то, что здесь было раньше. Дальше за синей кромкой глина дымит холмами. Овцы бредут по склону с глиняными домами. Здесь это чувство глубже. Глина умеет слушать. И всегда понимает. Вот они здесь, под стопою, тысячи пыльных хроник, каждый из нас записан в глиняной таблице. Вас из нее построят. Нас в нее похоронят. Незачем торопиться. Никто не хотел перемирать.
все однажды хлебнули. И уже не оставили. Стейки под КВН. В городе Н не хватает людей, полетов, песен и повестей. Зато все хотят новостей. Я выключил свет, ушел в горы, и тут встретил многих искавших приют. Прощай, город! Эй, Джуд! Да так нам здесь жить, Володя. Все хорошо, вроде. Главное вовремя отдыхать, желательно на природе. Мы здесь вкусно едим, отчего тяжелы на подъем, но легки на слова. Рубили деревья, правда, придурки, но осталась хотя бы трава. Мы тут вроде как дикари, но никого не едим живьем. С деньгами то пусто, то грустно, но в принципе как-то живем. Бесит лишь жажда. Ты скажешь, нормально, при такой-то жаре, в лысеющем городе пластика и стекла. Но ты не поверишь. Здесь всех одолела неутолимая, липкая, душная, влажная жажда тепла. Да, именно так, всем нужно тепло. И тогда бы ни крыло и не несло, и не неслось никому, никому с этим треклятым теплом. С вечера и поутру все несут и несут, не разбирая посуд. 40-градусную жару в бутылках, тарелках, сердцах. А попробуй не съешь. Попробуй, дружок, откажись. Начнут закармливать так, что хватит на жизнь. Или уйдут, дверью хлопнув в сердцах. Впрочем, с третьего раза уже привыкаешь, если они не врят. Кажется, какие-то там философы говорят, мол, жизнь – боль. Иногда своя, иногда чужая. А если ты чья-то боль, ты исчадие зла. Бывает. Я все понимаю. Это просто жажда тепла. Она сейчас в моде. Так вот живем, Володя. Если в тебе нет жажды, все, считай, для других ты труп. Эгоистичен, эгоцентричен, груб. Манипулятор, чушь, ты не удовлетворяешь нужд. Такого, как ты, урода, в музей природы детишек водить смотреть. Или, может, ты просто еще не в теме, тогда тебя нужно пригреть. Найдутся у них и слова, и дрова, и найдется печка, и выплывет из тебя хорошего, светлого, славного человечка. Мол, душа хороша, просто нужно больше тепла. В общем, такое всякое. Бла-бла-бла. А в целом, все славно. Есть еще кое-что, но я справлюсь. А вообще исследования доказали и по телеку показали. У нас здесь рай. А еще, Володя, я без тебя здесь расплавлюсь. Ты, пожалуйста, приезжай. Сколоты сны в низине неизменной, низовья реки далеки остаются. Распоротым швом заживаешь слова, тишина воспоет тишину, где когтистая тень хрусталя царапает потолок. Толком не видно ландшафта, шахты оставлены позади. В речи зазоры, изъяны до проблески, только умеют зиять и в полголоса что-то опять говоришь или врешь. Что тождественно, если нам есть о чем, значит нам не о чем. Впрочем, давай убегать, мы бежим. Мы бежим, мы скользим продолжительным юзом. По скользким словам этим, снам этим, верить становится тяжелей. Жало часов обездвижено, выживут только любовники. Времени нет, говоришь, и поднимешь глаза на часы, и опустишь глаза на себя, и в себя не посмотришь опять, и опять, и опять отвернешься ни цвета, ни запаха. Хроники дней и ночей неразыгранных, сыгранных снова в ничью, ни в твою, ни в ее, ни в его и ни в их.
Молчаливая скорбь синевы распаляет усталый дневник, шорох грифеля где-то внутри бумажную поступь души. Может, скажет еще что-то новое, что-то совсем неизвестное. Кованый ритм ковыль над ногами, руками почувствуешь ветер, и верить становится легче, как будто дышать получается ближе, глубже. И близкого гордость подъема, пойдем по добру, по больному отсюда, по злу, по здоровому, засветло. Может, застанем метель? Я написала, редактор посмотрел и сказал, хорошо, но намеки чересчур прозрачные. Я согласилась и слегка заштриховала острые места. А редактор оценил и сказал, что кое-где еще проглядывают. Я согласилась и затушевала кое-где. Редактор ознакомился и попросил еще чуть-чуть подшлифовать. Я подшлифовала. С этого места поподробнее. Дыра, заметил я. Ура, ответила эхо. Дыра, настаивал я. Ура, вторила эхо. Дыра, что из силы, заорал я. Ура, громыхнуло, рухнуло эхо. Да нет же, я попытался объяснить. Это же дыра. Ура, ура, раздраженно возразило эхо. Да, ура, возразило эхо. Громко рявкнуло оно. Ура, раскатишно заглушило меня эхо. Ура, обрушилось эхо. Странное эхо, подумал я. Периодически меня спрашивают, Саша, а как вы стали писателем? А я все время отвечаю, как-то у меня память плохая, я все время записываю. С этого места повнимательней. А вот был бы я красив. Эдак высок, широк в плечах, строен, ловок и силен. Обладал бы железной волей, непреклонностью, когда надо. Чтобы так уже окончательно. Уверенностью в собственной неоспоримости, наметил бы цель в жизни, научился бы говорить «нет», только так, чтобы уже жестко, короче. Если уже нет, то уже воспитал бы в себе напористость, неутомимость, предприимчивость, стал бы удачлив в бизнесе, с такими данными обязательно бы стал, имел бы здоровую печень, 100% зрение, крепкую нервную систему и устойчивую психику, незнакомую с депрессиями. С этого места повнимательней. Мне бы сроду не пришло в голову сочинять то, что вы теперь послушали. Александр Махнёв, я... выяснилось по ходу, пока мы знакомились, я имею в виду здесь уже, в Казахстане, так получилось, что Александр Махнёв единственный прозаик, да, правильно сказать, прозаик, то есть он не поэт, а все остальные поэты, ну, тяжело. Нет, и, короче, я тоже, я вообще ни капли не поэт и ни капли не прозаик, но здесь вот дня три назад я нацарапал текст и про животных. Нет, не про любовь. Да, окей, такая игра, ладно. Сейчас, моя музыка посвящается моему Шурину и моим
друзьям из Северного Лаоса. Вот так. Да, ну давай, поехали. Спокойненько отвечу. Я волнуюсь. Последний в этом году осенний лист сорвался с дерева и сделал два витка и приземлился в тихом, уже засыпающем лесу. Мимо, торопясь и перебирая маленькими лапками, пробежал преподобный муравей Павел. Он бежал из церкви, что находится у старого пня. Бежал быстро, скорее всего, торопился к своим деткам, кислопопым муравьям. И вдруг, представьте себе, вдруг он спотыкается и ломает одну, нет, две из своих шести лапок. И лежит, не орет, на помощь не зовет, ибо не наградил его Господь Бог голосовыми связками. А мимо проходил крот и подумал, а стоит ли поднять павшего? Подумал и прошел мимо. Ибо след был тот крот, а потому не читал он Библии, и в сердце у него была червоточина. Ибо след был тот крот, а потому не читал он Библии, и в сердце у него была червоточина. Или, например, такой случай. Один енот очень любил баловаться. Утром. По вечерам не очень, а по утрам прям любил. Баловался он в основном с енотихами. Но однажды наш енот возлюбил выдру, которая шла из гастронома, что находится под старой березой. Енот, прости меня, Господи, возлюбил выдру, а мимо этого педокура проходил наш крот и подумал. А нет, ничего не подумал. Прошел мимо. Ибо след был тот крот, а потому не читал он Библию, и в сердце у него была червоточина. Стемнело. Кто-то застрелился. Бобр Вадим зажег свечу. Бобр Вадим был очень интересным персонажем. Жил он на окраине леса, потому как очень стеснялся своей внешности. А когда звезды россыпью драгоценных камней осыпали небосклон, бобр Вадим читал Библию, ибо был ж зряч, и не было в сердце его червоточин. Зряч! Зряч! Затем он задувал свечу, ложился под одеялко, и вскоре под это же одеялко собирался наш крот и думал. А ничего он не думал, он вообще редко думал, ибо зряч был тот крот, а потому не читал он Библии и не видел, как выглядит бобр Вадим, да и в сердце у него была червоточина. По-моему, где-то так, спасибо этой импровизации. Отвечая на бесчисленные вопросы, думаешь, терпишь, сам себе говоришь, хороший, хороший. Обращаешься так, словно ты себе родной, но опасный дядька. То есть не так вот сразу с наскока. Попытка нужна. Оглядка. Думаешь, терпишь, вообще синонимы в своем роде. И то, и другое. Примерно поровну свойственно отдельно взятой природе. В процессе просто перестаешь различать, где думаешь, а где терпишь. Вот оно твое.
полустороннее колесо сансары. Танцуй, дервиш. Реагируя действием или бездействием на бесчисленные задачи, делаешь, не делаешь, опять делаешь. Ну а как иначе? Ты весь со всеми своими делами здоровенное лоскутное одеяло. И Одиссей явился ровно тогда, когда ей наконец надоело. Ну, здрасте. Приплыли. Она на дверь поставила печать и вызвала машину до вокзала. А как заставить скрипку замолчать, не рассказал. Мелодия звучала в никуда и никому. Сначала день, неделю, потом уже с календарей года, года летели. Сквозь стены льются и печали, звук, и нежностью заряженная сила. Я слышу все, и все летит из рук. Я не просила, я не ждала, но слабость, сладость, страх встают на место дела, тела, слова к себе, застрявший в буквах, в чувствах, в снах. Я не готова. Нельзя ни переехать, ни взлететь с катушек. И не съехать слабой крышей, лишь иногда в ответ ей что-то петь, чтоб стало тише. Устав искать и шифры, и ключи, найдя в шкафах и молотки, и силы, дверь выбила. С тех пор она молчит. Невыносимо. Тяжела и неповоротлива, как женщина на последних месяцах беременности. Кого она носит? УЗИ ничего не показывает. Женщина, жизнь, с трудом наклоняется, чтобы обуть свои армейские ботинки. Старость изнедалека улыбается мне, беззубой улыбкой младенца. Ничто ее не испортит, утопленницу славного мира. Гордость прожитых лет прахом падает к больным ногам. «Приди ко мне!» — манит она. «А я скоро!» — отвечаю, не торопясь. «Скоро!» — свет сойдется клином. Я так люблю? Нет, другое. Не люблю, а больше. Иначе совсем и глубже именно тебя, но без имени. А еще даже твои гадости, но больше, глубже и так далее тебя, но больше даже, больше тебя именно. Она. Сколько ни живу, никак не переживу ее, а ведь так переживаю. И она за меня тоже беспокоится. У Пастернака сестра была одна, жизнь. У меня их две. Имя второй не произносится на ночь. Я похоже постараюсь не представлять, когда иногда буду забывать. Ольга Передыр, это... Всякая вещь, всякая вещь своего языка, ритмом, палитрой, мастерского штриха, рифмы, точной как пуля, в лоб и наверняка. Прежде чем вещество изойдет в труху, всякая вещь желает войти в строку, то, что
внизу, хочет вспомнить себя вверху. Лишь человек на фоне своих вещей бродит потерянный, скучный, чужой, ничей, не понимает, что я говорю вообще. Даже столбы подражают деревьям, асфальт, реке. Небо порой мерещится в потолке, но человек идет с топором в руке. Думает, что подражать надлежит ему. Силе поют хвалу, жестокости и уму. Так и уходит с песней своей во тьму. Вика Сачин. Всякая вещь, всякая вещь нуждается в забвении время от времени. И тогда Господь дает нам урок забвения. Вот, например, счастье. Лежит себе, скажем, в сточной канаве и истекает кровью. Хотя это совсем не обязательно. Конечно, она может стоять и за барной стойкой, попивая апероль шприц или мешая островной виски с колой. Незаметно передвигаться следом за тобой в такси на заднем сиденье, чтобы потом напугать тебя, громко подсказав водителю маршрут. Может гулять по парку, распугивая хлопками ладоней голубей и смеясь от звука промокших от декабрьского дождя крыльев детским заливистым смехом. Да и лежать оно может на старом матрасе в кирпичной однушке, на теплом скрипящем диване в обнимку с медведем и книжкой, в роскошной китайской постели с шелковыми простынями, почему бы и нет, и истекать отнюдь не кровью, а, скажем, памятью. Память – субстанция неимоверно текучая, проникающая сквозь любые стены, точащая всякий камень нарощенный, даже гидрокостюм, и тот, по сообщениям выживших, не спасает. Всякий панцирь, проверенный тобой в боях, всякую стену, возведенную тобой между тобой и тобой, и вот ты нанизываешь себя на это сучье лыко, словно головы карасей, сквозь жабры к глазу. Такая рыбная лавка, где хвосты еще целы, но уже не найти ни протухших жабр. И в памяти счастье твое истекает пивом. Оно прожигает барную стойку и останавливает общественный и не очень общественный транспорт. И даже голуби у Вознесенского собора, услышав запах твоей памяти, падают замертво, переставая радовать детей и убогих на паперте. В памяти счастье твое – несчастье, отчасти. К счастью, твоя память не имеет практически никакого отношения. Оно просто перемещается в такси, не факт даже, что в том же городе, где ты сейчас испытываешь острую потребность в нем. Возможно, пугает приходских птиц или лежит в постели, раскинув руки, закинув на подушку ноги и свесив голову, пьет через трубочку, скажем, апельсиновый сок или островной виски с колой. Может быть, даже этот ужасный апероль-шприц, приготовленный по памяти. И ни сном, ни духом о тебе. Но ты помнишь, как когда-то в далеком, уже далеком диджей Грув миксовал: «Счастье есть, его не может не быть. Счастье есть, его не может не быть. Счастье есть, его не может не быть». И чувствуешь, как чьи-то огромные нежные руки смешивают тебя с камнями вечного настоящего и с легкой пенкой наступающего. Как отступают волны памяти, и как мирно лежит голова на подушке. Как мерно дыхание, и как мир отступает от памяти. Как соучастник, сообщник, ты стираешь шрамы Вселенной. Полковник, сколько себя помнил, проводил свое время на поле боя. На полигонах, аэродромах, плацдармах. В общем, на всяких важных, имеющих стратегическое значение территориях, которые ему предоставляла армия. Закончилась эта история, естественно, неизбежностью пенсии, куда его проводили с песнями, и, выждав день-другой из вежливости, отобрали жилплощадь. С точно такой же неизбежностью. Впрочем, полковнику выдали другую площадь. И стало неважно, где будет ютиться его вдова. Система придумает, куда ее деть. Оказывается, все это время внутри него росла птица.
раз собиралась взлететь. Все станет ясно, огне опасно. Отец наш, к Богу, когда вернешься, тогда Руханижан вернешься. К Богу упираемся, как в молчание упираемся, словно в Бога. В безмолвие это когда вернешься, отец наш, тогда Руханижан вернешься. Богу Богова, кесарю кесарева, ед-едке, мунай президентке. Сорпы народные, когда напьешься, пастырь наш, тогда Руханижан вернешься. Огне опасное станет ясным, и можно будет искать песочек вдали от рухнувших пантеонов, где вечный ветер мой свеж и светел, где и казахов сжирает Хронос, где мне олеющий маг цветочек подарит рослый степной мальчишка. И будем мы с ним под звездным небом ставить кевларовый шадырак, на ховербайках летать в кокпарах, переназначивать чабандрона, чтобы отару гнал на Жайлау, есть курт, заряженный кислотой, на интертраймных степных кюирейвах и на Кашме возносить облая, пока столица кричит, сгорая, бураном белым вновь становясь святой. Редактор оценил и сказал, что кое-где еще проглядывает. Я согласилась и затушевала еще кое-где. Редактор ознакомился и попросил чуть подшлифовать. Я подшлифовала. Редактор вздохнул и спросил: ну и что это за мазня? Это еще одна из моментов импровизации. Мы в этом отношении не сговаривались, где мы будем сидеть, как мы будем делать. Текст Александра Махнева, и вот, собственно, Настя так придумала, что редактор — это он. Есть синий потолок, ночник и мир под ним, кровать. Захочешь встать, прошепчут, ша, не время, не спеши. И нежно греется душа под одеялом лжи. А тело носит по делам ворчливый старый бес. Лишь ангел норовит столкнуть то с койки, то с небес. Поклонница Боба Дилана с древним персидским именем Вашти в 1970 году записывает свой первый провальный альбом. Он не нравится почти никому, кроме еще не отошедших от кислоты шотландских хиппи
и на 3 десятилетия зависает в архиве студии. Девушка оставляет сцену. В 2000 году случайно переизданный, хотя мы знаем, случайности нет. Альбом втыкает хипстоту покруче травмадола. Потрепанная, но сохранившая чистый голос крестная мать фрик-фолка возвращается на сцену после 30-летнего перерыва! Троицкий газонокосильщик со смешным прозвищем Сикста, когда-то записавший 2 правильных диска и 1 сингл, случайно, хотя мы знаем, случайности нет, обнаружилось, что он мега популярен в Южной Африке, и его песни были гимнами борьбы с апартеидом. И вот, словно в том далеком 71-м году, его нервные ритмы и дрожащий голос проникают в наши уши и сердца. Теперь не через раздолбанный комбо в детройтском баре, а через динамики плазмы, на которой идет шоу Дэвида Леттермана. Не написавший ни одной песни с 77-го года алкоголик заставляет жить души и двигаться тела 5 поколений. Через год после победы, господи, когда я пересматриваю этот ролик, словно тех кур на ферме своими грубыми пальцами, он хватает за гриф гитару и меня за горло, и я хриплю от благодарности, как если бы то были твои тонкие пальцы на шее моей, как если бы мои пальцы сплелись с твоими волосами и финальный хрип вырвался из твоей напряженной гортани. Так реальность внезапно прорывается в пространство избыточных смыслов. Так происходит чудо узнавания мира, у которого совсем не обязательно будут какие-то последствия, и у которого совсем не обязательно есть вообще хоть какой-то смысл. Газонокосильщику уже ничто не помешает окончательно спиться. Ловцу кур поймать спид или шальную пулю. Крестный фрик маме быть снова забытой, что, впрочем, уже совершенно не важно, поскольку мы уже узнали реальность. Хрупкую, как шея курицы. Грубую, как пальцы мои. Оглушительную, как падение платья. Неслучайную, словно заданный мир, на который глядит Бог, пропуская нас к себе за спину, выводя нас из поля зрения, открывая нам бессловесное. Текст Павел Батников, автор. Мужчина идет так. Крупным, уверенным шагом. Раз, два, раз, два, раз, два. Симпатичная девушка в обтягивающей недлинной юбчонке с скороговоркой цокает высоченными шпильками. Раз, два, четыре, раз, два, четыре. Ее 4 мелких, все же несколько длиннее 2 его крупных. Она его обгоняет, и он этим совершенно удовлетворен, великолепный вид открывается, ну просто прямо по курсу. Но цок-цок-каблучок,
лодыжки, подколенные ямочки, выпуклости бедер, талия. Идем выше, я любознательный. Ну-ну-ну-ну! Ну где поддержка публики? Изгиб спины, лопаточка, здесь обгоняю. Как бы ненароком оборачиваясь, грубы, шея, губки. Тут, конечно, некоторая загвоздка и озабоченность. Вот чего раньше можно было встретить у интересной женщины непосредственно в качестве обрамления овала лица, а? Ну? Ну давайте, включайте свою фантазию. Ну? Ну бигуди, там шляпка, клипсы, там сельди какие-нибудь, шестимесячная завивка, пирквитроль, а тут провода. Ну провода, провода, она ими вся обмотана. И они цинично так беззастенчиво лезут ей непосредственно под блузку, больше скажу, в декольте. Вообще-то я сам туда попасть собирался, но на мое несколько, прямо скажем, демонстративное внимание вообще ничего не обратило, потому была занята своим айфоном, ожесточенно нажимая на его кнопочки оригинально так наманикюренными пальчиками. Ну и я попятился, потому в технике не силен. Еще застежка, крючочек, молния, липучка какая-нибудь, я справлюсь. А тут дернешь чего-нибудь не то, ну а вдруг, да? Ну, вот, ну, может же такое получиться? Вдруг он распадется на элементы. Заискрит и уйдет по этим проводам в обратном порядке. Шея, бюст, талия, бедра, лодыжки, каблучки. И только пара наушников подле одинокого айфона на асфальте. Куда уж этим не поедемся. Человек обрастает клиентами, человек обрастает заказами, человек обрастает кучей разных куч, тех, что между собою не связаны. И по молодости, в первый раз, удивленно счищает эту странную шкурку, а потом счищает ее во второй раз. Уже раздраженно и слегка устала. А потом вообще оказывается, ох, как далеко от корабля до бала. И часть людей на этой мокрой дороге уже утонула. Дальше гребут остальные. В топку. В топку быта, уюта грузятся угли. В топку быта, комфорта заносятся деньги. В топку быта, добыто, надыбано и сождено к чертовой матери столько нашего времени, сколько нефти не было, нет и не будет никогда на свете. Зато в этом быте есть чай, кофе. Потанцевать, правда, негде. Пригласить, в принципе, есть кого, но, блин, некогда. Некогда ты был свободен, да? Так вот сейчас ты... Я не свободен. Ты занят. Вот так это называется. Самая временная вещь на свете – это само время. То есть точная дата и точное время. Время нашей смерти. И точка. Не смайлик, заметьте. Точка. Thank you.
дауншифтер в панцире хлопчатобумажном. Железные-то брали звери. Неплохо еще, говорят, отделался железным-то панцирем. А могли бы и жизнь забрать. И это, казалось бы, в разы хуже. А так панцирь. Подумаешь, я хлопчатобумажном доковыляю до первого поселения. Я Ронин. И я прозрал панцирь своего хозяина. Я, пожалуй, не выберусь к поселению, затаюсь где-нибудь в лесу. Но опять же, звери, ладно бы, те же, а то вдруг и другие еще спросятся хлопчатобумажные. Пожалуй, все-таки лучше к людям. А панцирь? А что панцирь? Мало ли что могло случиться в пути. Я кто? Фармазончик из Вологды. Точно. Я фармазончик из Вологды. Алексей Швабауэр. У нас с Алексеем Швабауэром есть общая тема. Мы очень любим кушать. Никто, кроме меня, не испытывает удовлетворения при одном только упоминании о квашеной капусте бабушки. Утомленные страдой взоры бабушек возле продмаркета. Веточки фенхелей, пошухлые коробочки физалиса сменяются в этом году первыми. На самодельных прилавках пакетиками с разносолами. И я целую бабушек в румяные щеки. И благодарю за все. Целую и не могу оторваться в морковные морщины, пока бабушки прячут мою мелочь во влажные глубокие карманы, благодарят за подаренную лишнюю булку нового дня, расправляют свои крылья. За рассол целую особенно долго, доставая также и свои крылья, но это маленькие картонные лохмотья до того, пока не распробую рассола. И вот мы сплетаемся в объятиях друг друга на людном проспекте в самой сердцевине дня. А кто-то еще думает, капуста у них одинаковая. А она-то у всех разная. Все потому, что ручками засаливают капусту в трехлитровых банках бабушки. И даже прессы при этом используют различные. У кого-то это книга с рецептами молодости, и тогда капуста получается особенно хрустящей. Так и приговаривают члены семьи: сегодня твоя капуста, бабушка, особенно удалась. У кого-то давно не используемый по назначению гири, и тогда капуста приобретает оттенки мужества, не проронившими ни единого слова десантниками наполняется комната. Стоп-музыка. Оса. Как я люблю сало. Все. Думаю о тебе. Думаю о тебе не как о тебе, а о тебе. Если тебе кажется, что скучаю по тебе, не верь, скучаю по тебе. Тебя? Тебя почти нет, нет, нет. Почти нет, нет меня. Но есть ты, там, где есть явь. И мы пьемся губами, как те самые буа-бэби. Так? На холсте каких-то соответствий живем, вне притяжения живем, лицом. Вечности, внешности, вечности внешности, а внешности
вечности. Думаю о белизне зубов, о странных достижениях вроде дивной неземной красоты, о Боге. То о том, то об этом. Бог глубоко изнутри шепчет мне о красоте ногтей. Цитирую. Быть можно вечным человеком и думать о красе ногтей. Думай, говорит, и тогда тебя ждет вечность. Опа, уже не ждет, уже идет сквозь меня и течет своим безвременьем. И ногти мои растут, растут, и вечность моя растет, растет сидереем. Сидереем. Мы в детстве. Мы в детстве рисовали, как умели. Акварелью отчетливо бетонные дома и добавляли солнышко и травку, тайком нося в картину мира правку и доводя реальность до ума. Я повзрослела, занимаюсь тем же, и кисточку рука неловко держит, рисуя и траву, и синеву не в худосочном сереньком альбоме, а здесь. Где я живу в бетонном доме, где я в бетонном городе живу. Вот, солнышко неровное восходит и светит городской моей природе, и это значит, я не наврала. Мы рисовали свой пейзаж унылый, но солнце каждый день над нами было. Была трава, и синева была. Глянуть с небосвода на земле и жуть и мрак. У поэта есть работа, говорит, что все не так. Как бы тут ни громоздились золотые города, ни на Марсе, ни в России, ни на время, никогда. Свечка светит, ходят тени, все кривые, коротки. У поэта есть сомнения, у поэта есть стихи. Он идет нетвердым шагом и на палец крутит нить. Каждый новый век расшатан, так что не восстановить, он не справится с починкой. Он вообще не для того. У него одна причина. Чувство странности всего. Ни за что он не в ответе, этот странник и простак. Все дела его на свете повторяют, что все не так. По заслугам и награда. А вы это думали легко. Утверждать среди распада, мора, глада, града, ада, что бывает так, как надо. Просто очень далеко. Мы с тобой были синонимы, стали антонимы. Сейчас мы оксюморон. Главное не скатиться в тавтологию. И вот я чую-чую аромат боли, хватаю любое пишущее устройство проводником. Только этот дух уводит в звериные глубины, где уже нет меня. Одна сплошная темная поэзия, и черный материал норовит назваться, рвется буквами наружу. Он как тетраграмматон, тот, чье имя неназываемо. Но если оно есть, язык найдет запретный путь к нему. Неуемный, гибкий, мясной язык. Они притаились за стеной слова «явь».
являются всей толпой, распахивая объятия, как учебник некромантии. На странице номер «Вдруг». Самый горячий миг, оживление привидений, мытарств невоскресших святых. Смотри в окна притворств. Они не будут из прошлого чужого прихода. И тут ты, такой незваный в тартарары мира, как укатившийся в беспамятство шепот двух любовников. Кто древнее мира миров? Когда они тут ночевали? Кажется, еще до его сознания. Проанализируй меня. Проанализируй. Я сделаю гадость, а ты меня проанализируй. Я плесну тебе виски в лицо, а ты контейнируй и проанализируй. Я не выполню свою работу, а ты это проанализируй. Я буду сволочью, стервой, дрянью, но ты не смей даже так думать обо мне. Ты анализируй. Даже когда я убью тебя, твой последний вздох будет аналитический. Мой нежный, мой вечный аналитик, мой безупречный божок с ласковыми руками, щупальцами, растущими из мозга, из сердца. Не вырваться иначе из твоих солнечных объятий. Море Рождества, за окном цветут деревья, распускаются закаты. Мы лежим, обнявшись. Наше соитие было неповторимым. А вот его не надо анализировать. Нет, не надо. Еще. Еще какой-то пару актуальчиков, да, и, собственно, пора заканчивать. Что-нибудь, ну, пару актуальчиков о нас. О нас и о вас. Хоть летом, хоть зимой. В Ташкенте
что почти все готовы работать бесплатно, сказала она. Красавица-актриса, деньги в могилу не заберешь, а роли – да. У ташкентцев развита собственная гордость, и они не примут сравнение с Казанью, Харьковом или Астаной. Они читают Москву, Санкт-Петербург и Соединенные Штаты Америки. Многие уехали, но мало кто из них нашел себя в другом месте. Некоторые вернулись, их меньшинство. Люди редко делают шаги назад. А всегда ли это верно? Из Западной Европы в Западный Китай скачет наш маленький, бежит наш Кашкентай. И в холод, и в жару, и в гору, и в дыру вывозит все невзгоды Рухани кенгуру. Рухани, я умру, когда-нибудь умру, но дух поскачет в степь, я Рухани кенгуру. Проскачет все со степь, я духовных кангару. Я в степи степ-бай-степ, я знаю, жангернусь. Я верю в силу руха, поэтому вернусь. Назойливая муха, Рухани кенгуру, Рухани кенгуру, Рухани кенгуру. Солдат грядущих флаг, я Рухани кенгуру, я будущего флаг, я Рухани кенгуру, я 2050, я Рухани кенгуру, я 335, я Рухани кенгуру, я когда-нибудь умру, я когда-нибудь умру, я Рухани кенгуру, я будущего флаг, я солдат грядущих флаг, я 2050, я 335, я когда-нибудь умру, я Рухани кенгуру, я когда-нибудь умру. Я Рухани кенгуру, а не скоро я умру. Я Рухани кенгуру, я когда уже умру. Я Рухани кенгуру, да когда же я умру? Да когда же я умру? Да когда же я умру? Да, здравствует прыжок мой, следующий прыжок, за ним следующий прыжок, где будущего жёг, там где будущего жёг. Мой следующий прыжок, там где будущего жёг, поднимаю свой флажок, там где будущего жёг. Я построю пантеон, я построю пантеон, там где будущее сон, там где будущее сон. Он входит в пантеон, там где будущее сон, он входит в пантеон. Из триптиха тихо-тихо он идет, из триптиха тихо-тихо он идет, из триптиха тихо-тихо он идет, из триптиха. Он вступает в пантеон из триптиха. Он вступает в пантеон из триптиха. Он вступает в пантеон из триптиха. Ты буренок рухани, ты смотри, не трухани. В час, когда придут они, хорошенько сайгани. Из Западной Европы, Западный Китай. Скачи, мой маленький, беги, мой Кашкентай. И в холод, и в жару, и в гору, и в дыру вывозит все невзгоды рухани.
Поскачет степи я руханики в гуру, проскачет все со степи от духовных камбару. Я в тепы степ-бай-степ, я знаю, что не вру. Я верю в силу руха, поэтому не вру. Назойливая муха, руханин кенгуру. Я буду прыгать выше, покуда я не вру. Все очень просто, если ты смог сказать «не вру», значит, ты тоже хани, рухани кенгуру. Под напряжением этот мир.
сегодня объявим участников. Виктория Садченко. Олеся Цай. Александр Махнёв. Анастасия Пряткина. Галина Борисова. Алексей Песцов. Спасибо вам огромное. Любите ее, она крутая. Спасибо вам. И Юлия Плакидова.